Омских режиссеров научат снимать полный метр. Создатель фильмов «ДМБ» и «Даунхаус» Роман Качанов-младший проведет в городе мастер-классы. Об этом он рассказал в международном пресс-центре МКР-медиа и отметил: у тех, кто снимает кино в Сибири, есть несколько весомых преимуществ перед столичными коллегами. Огромный культурный слой, свободный от многокилометровых пробок улицы и не примелькавшиеся в большом кино виды городов. Также известный режиссер посоветовал начинающим коллегам смотреть больше плохих фильмов, чтобы понимать, как делать не нужно. Но главное желание создать картину должно быть сильнее, чем стремление заработать на ней. Мысли о бюджете испортят фильм, к тому же богатые регионы не всегда богаты культурно. Я думаю, что в Омске должны быть фильмы человеческие. Но человеческое всегда интересно. Может быть, о простых людях. У нас все про миллиардеров снимают и золушек. Может быть, о простых людях. О рабочих, о служащих. Кстати, огромный дефицит этих фильмов.